Дорогие друзья, сегодня для меня очень радостный день. Самая радостная работа – это вручение ордена. Но особенно радостно вручить ордена мой важный друг. Сердечно поздравляю господина Шаджиева с награждением орденом Восходящего Солнца Золотой Ручи с чайной лентой от его величества императора Японии. В 1996 году господин Шаджиев создал Международный фонд. Международный фонд Шаджиев создал 3 документальных фильма о Японии. И это новый этап знакомства россиян с моей родиной. Международный фонд Шаджиев осуществляет грантовую поддержку студентов при обучении за рубежом. Уже много лет вы поддерживаете проведение наших мероприятий. Работая послом в России, мне выпала большая честь работать с вами. Выражаю вам глубочайшую признательность. Надеюсь, что вы и в дальнейшем будете вносить вклад в развитие дружбы между нашими странами. Желаю крепкого здоровья и успехов вам и всем присутствующим. Благодарю за внимание. Император Японии настоящим награждает Катока Шаджиева граждан Российской Федерации. Когда я начинал свою жизнь, связанную с Японией, я никогда не думал, что я когда-нибудь удостоюсь высокого звания орденоносца, тем более такого высокого ранга. В 1974 году впервые поехал в Японию, в 1975 уехал туда на работу, и с тех пор, в общем-то, моя жизнь была связана с этой величайшей культурой, с этим уникальным народом, который помог мне сформироваться как личность благодаря тем ценностям, которые я усвоил в этой стране и от этого народа. Я благодарен тому вкладу в мою жизнь, который Япония оказалась, и буду посильно продолжать эту работу и в будущем. Спасибо за внимание и спасибо за высокую честь оказанную мне. Спасибо. Позвольте зачитать поздравления, которое направил вам из Потапа Каюмовича бывший премьер-министр Японии Мори Йосура. Правительство и народ нашей страны благодарны вам за большой вклад в развитие японо-российского содружества. Мне поручено господином Судзуки Мунео, бывшим государственным министром, сейчас членом Палаты советников Японии Мунео Судзуки, зачитать его приветствие. Ваши достижения, которые на протяжении многих лет способствовали дружбе Японии и России, во многом способствуют сегодняшним отношениям между Японией и Россией. Дальнейших успехов и крепкого здоровья вам и всем членам вашей семьи.